Поэт и композитор, заслуженный работник культуры Кубани Владимир Афанасьев в своем творчестве воспевает родной Краснодарский край. Среди его стихов и песен многие посвящены подвигу наших земляков и всех жителей России в годы Великой Отечественной войны. И самое главное, все, что проходит через творческую мастерскую мастера и предъявляется зрителям, согрето светом настоящего таланта и любви к искусству и людям. Имя лауреата конкурсов авторской песни Владимира Афанасьева, который уже 60 лет бескорыстно служит искусству, много говорит кубанской, в том числе и славянской публике. Это действительно необычный, яркий и одаренный человек. Круг его творческих интересов очень широк. Я человек, интересуюсь всем, что может меня привлекать. Понимаете? Вот. То есть написано интересных много песен не потому, что они мои, а потому, что они исполняются по настоящее время. Люди, ну, вы сегодня убедитесь на концерте, что сделано. Вот. Много интересного сделано. И стараюсь не заканчивать свою деятельность. Несмотря на солидный возраст, Владимир Афанасьев удивляет своей кипучей энергией. Он считает, что главный стимул для выступлений – это благодарные аплодисменты зрителей. После концерта я настолько энергию громадную имею, вот люди заряжают, мы их заряжаем, а они нас заряжают. Это великое дело. В концерте Владимира Афанасьева принимали участие самодеятельные и профессиональные артисты из Москвы, Сочи и Славянска на Кубани, а также семейный инструментальный ансамбль Афанасьевых. Владимиру Афанасьеву очень близко творчество поэта Сергея Есенина. Бессмертный подвиг фронтовиков, тружеников тылов, сороковые пороховые – одна из основных тем творчества Владимира Афанасьева. Песня о фронтовой медсестре трогает до глубины души. Инструментальная музыка в мастерском исполнении никого не смогла оставить равнодушным. Каждый номер концертной программы славянская публика не оставляла без горячих аплодисментов, благодаря прекрасных артистов за искреннее и яркое выступление. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».